Всем привет! Сегодня мы не будем готовить, а вновь вернемся к топам. На сей раз мы расскажем вам о трех самых продаваемых мангалах. Важнейший атрибут загородного отдыха, конечно же, мангал. Я имею в виду не одноразовые жестянки, которые мангалом-то трудно назвать, а полноценные полустационарные устройства, на которых можно готовить различные блюда для большой компании или семьи и делать это с большим удовольствием. Сегодня речь пойдет именно о полустационарных устройствах, которые в собранном виде представляют классический мангал на высоких ножках, но при необходимости мангал этим можно перемещать с места на место, либо убирать в подсобное помещение или гараж в то время, когда ими не пользуешься. Итак, одним из самых продаваемых мангалов компании Farnax стал гриль-барбекю НМК «Дачный». Основной функционал, закладываемый производителем в это изделие, был эффект гриля, барбекю. По сути, в базе-то это мангал, на который сверху навесили крышку и добавили по бокам ящики зольников. О принадлежности к семейству мангалов НМК «Дачный» можно судить по насечкам, на которые выкладываются шампуры, а вот вдоль внутренней части жаровни мангала проходят ребра жесткости для установки чугунных решеток. Именно решетки превращают НМК «Дачный» в барбекю, а массивная куполообразная крышка с термометром и поворотными задвижками превращает его уже в гриль. В этом режиме работы мы испытывали его на природе, когда готовили стейки, ссылка на вкуснейший ролик в описании. Мангал оборудован двумя ящиками зольника, через которые не только можно регулировать потоки воздуха в жаровню, но и удобно удалять залу. Две полочки по бокам существенно облегчают работу с мангалом. На них можно разместить самые необходимые аксессуары. На большой полке внизу можно положить дрова или мешки с углем. В общем, что-нибудь крупное. Крышка. Мне очень нравятся изделия с крышками по нескольким причинам. Можно существенно расширить функционал изделия, разнообразить блюда, которые могут томиться, запекаться в обволакивающем жаре. Можно попробовать использовать мангал в режиме коптильни. Можно закрыть крышку, и даже в режиме розжига угли не намокнут при дождливой погоде. И самое главное, когда вы закончили готовить, можно просто закрыть крышку, и весь жар и искры от горячих углей останутся внутри. Мангал довольно высокий, около 90 сантиметров. Он устойчиво стоит на ножках, две из которых оборудованы колесиками. И его также можно легко перемещать. Размеры жаровни 32 на 68 сантиметров и глубина 15 сантиметров. Толщина металла 3 миллиметра. Следующий герой нашего ролика – мангал Везувий Дачный. Один из моих любимых мангалов. Лично мне он служит уже несколько лет. Здесь классические формы, ажурная кованая подставка с большой полкой для дров внизу, две полки, одна спереди, другая сбоку, и ими очень удобно пользоваться при готовке. На самой чаше мангала можно разместить несколько шампуров, полноразмерную решетку-гриль, чтобы готовить одновременно несколько блюд. Существенно расширить возможности мангала можно, докупив для него чугунные аксессуары от Везувия. Плиту для стейков, для овощей, и получится очень вкусные и красивые блюда. Да, у мангала нет колесиков, но у него сборная конструкция, снимается жаровня и передняя полка, так что можно переместить его на другое место без особого труда. Размеры мангала 33 на 67 сантиметров, глубина жаровни 13 сантиметров, толщина металла 2 миллиметра. И последний участник нашего хит-парада – невероятнейший мангал Grillwell Redliner Comfort Air. Уже по названию и внешнему виду можно понять, что перед нами хорошо продуманное, высокотехнологичное устройство для тепловой обработки продуктов питания при температурах, вызывающих реакцию Майера. А если проще, для жарки шашлыка. У жаровни двойное перфорированное дно, сменные колосники, два поддувала с зольниками. Профилированные стенки мангала не подвержены деформации даже при высоких температурах. На гранях есть насечки для удобного размещения шампуров. А боковой откидной столик просто выше всяческих похвал. Здесь и выемки для банок или бутылок, например, для кетчупа, и крюки-держатели для аксессуаров. На противоположном боку удобная ручка для перемещения, а сама стойка мангала оборудована большой полкой и колесиками. Размеры жаровни 33 на 70 см, глубина 15 см. Высота мангала 85 см. Все мангалы поставляются в разобранном виде. Упаковки легко помещаются в багажник легкового автомобиля. Самый доступный мангал из нашего обзора – Везувий Дачный, самый дорогой – Grillwell.
Актуальные цены на сайте farnax.ru и в магазинах Farnax в городе Новосибирске. Обязательно напишите нам в комментариях, какое из устройств вам приглянулось больше всего. Ну а мы будем готовить для вас новые сравнения. Так что следите за новостями. Обязательно подписывайтесь на канал Farnax Film. До новых встреч, до новых обзоров. Счастливо!